людей в Москве. В 14 веке она была основана. Здесь проходили до 19 века балаганные ярмарки. И проходили они вот здесь, вот на Новинском бульваре. Ну, это современно, конечно, как бы, хотя оттуда Новинский. Новинский был монастырь. Он располагался вот так вот, ну, чуть подальше, где видите здание посольства США, беленькое с рыженькими полосочками, вот там вот видите. Вот там вот был такой сейчас стоит. Новинский монастырь. Вот, то его ликвидировали уже в 18 столетии. Вот, ну а гуляния проходили здесь вплоть до 19 века, потом эти гуляния перенесли на Болотную площадь, а потом Болотной площади перенесли на Девичье поле, где это еще было одно место старинное, где народ у нас русский развлекался, вот на Девичье поле. Она тоже другая история. Ну, посмотрите, пожалуйста, на площади стоит вот доминирующее здание. Это здание высотки жилье комплекса. Знаете, уже 7 высоток, да, и не буду на это заострять внимание. Эта высотка была построена Тасюхиным, Михаилом Тасюхиным. И этот дом еще является как дом авиаторов. Ну, в общем, ничего, собственно, такого интересного нет, кроме как в советское время там наверху на крыше говорят, что стояла прослушка. Почему? Потому что вот там вот посольство США, кто было, что послушать, да? И был повод. Ну, сейчас неизвестно. Вот. Ну, а рядышком, посмотрите, с правой стороны вы видите здание в стиле классицизм, такой ампир. Это здание, может быть, перестроено после пожара в Москве, но первоначально это здание датируется 18 веком, второй половиной 18 века. Архитектор Матвей Федорович Казаков тоже перестраивал это здание в Жилярде. И известен это дом как Дом-Вебер. Что здесь только не было? Дом-Вебер, дом был такой, как история длинная этого дома. Сначала здесь была главная городская аптека. Потом здесь было Мещанское Александровское училище для детей обедневших дворян. Вот. И только после этого здесь был Дубий дом. А еще здесь был Белоспиталь, который разместился вот во времена французского нашествия 1812 года. Здесь вот наши солдаты лечились в это время Отечественную войну. Ну а вот здание мы с вами обошли, так сказать, почетку сделали. Вот зелененького цвета, соответственно, я знаю, я его. И вот здесь вот живет потрясающий человек, друг всех детей, педиатр Милфинатов. Это был уникальный человек, который, в общем-то, со своей юности увлекался детскими болезнями и искал лекарства от от болезней детских. И он обратил внимание о том, что первые врачи, что грудное молоко, оно самое полезное для детей, что надо все-таки гигиену соблюдать для детей, да, вот. Потому что до 19 века, собственно говоря, здоровье детей мы уже очень присматривались, поэтому, ну, рожали детей там по 10-20 штук, да, ну и ладно, кого Бог забрал, ну, взял, поэтому вот по такому принципу. И Нил Филатов был долгое время, он учился в Московском университете на врача, потом он переехал вот, в Подмосковье и был долгое время земским врачом. И написал несколько диссертаций, написал множество книг вот, о болезнях детских. И в общем-то ездил учиться и в Европу, он был в Вене, он был в Германии. Во многих странах, в Праге он был, учился. Вот. И стал достаточно известным широкому кругу людей. Вот. Но когда вот он уже основал, когда уже была детская больница, которая сейчас вот, Филатовская больница, но у нас вот совсем недалеко, по-моему, дом 15, да, вот здесь. Вот. Он уже был директором этой больницы детской. И как-то раз Александр III вместе со своей семьей решили посмотреть, так сказать, на больницу, на содержание детей, ну как это у нас принято, как президент у нас приезжает, да, во все эти места. Конечно же, это
подготовка, покрашивание стен, проведение детских порядок, детей, так сказать, в том числе. Вот. Нет, вы знаете, кстати, я поняла, что и до, так сказать, пришествия до императора за детьми следила, так что там у него не заболоч, он всех держал вот так вот, как Федор доктор Гас. В это время, в конце 19 века, было повальное увлечение катанием на велосипедах. И у него жена был на работе велосипед. Представляете, он при вот этих своих лентах, наградах и прочее, сел на этот велосипед за несколько часов до приезда императора. Типа сел проехал немного, врезался в первую губатую дорогу. Как результат, он у него расквашивал нос, кровь. Что делать? Императорская семья сейчас должна приехать минуту на минуту. Король Филатов просит, чтобы съездили за гримером в Малый театр и принесли гримера, чтобы загримировать его нос. Приехал гример, хотя врача отговаривает Милу Филатова, но не дали, знаете, грим все-таки инфекцию в кровь и, в общем, хорошо получится. Но он все равно наставил на свое. Пример загримировала так, что в общем-то особо ничего не было видно. Но когда императорская чета приехала, все усели за стол, и император сидел напротив царицы императрицы. Вот. И она так иногда искусно поглядывала на его лицо, но никто ничего не сказал. Вот. Ну и еще одна история была связана с новым императором. Он был где-то женат, все, и просто жена заметила, что он поздно стал возвращаться. Но что делать, да? 12 час ночи, а дома же нету дома. Тогда она его на ковер допрос учинила. Ты где ходишь? Тогда он признался, что он ходил, играл с молодым человеком, и он был будущим политическим чемпионом Олимпии. Вот, шахматы он играл, да. Заигрывался, и молодой человек в два хода ему ставил шах и бак. Вот, он не мог никак успокоиться. Ночью после работы он вот играл в шахматы. Вот. Жена поверила, да, что характерно. Жена поверила. А вот дом, под номер 60, по большой Никитской, здесь когда-то жил сын Александр Сергеевич Пушкин, тоже Александр. Да, вот второй половине 19 века. Да, мы с вами пройдем дальше по Большой Никитской. В общем, просто по Большой Никитской, ну, очень просто. В 16 веке дедушка первого царя Петра Федоровича Романова, Никита Романович, он основал монастырь женский Никитский монастырь, вот недалеко отсюда мы с вами пройдем это место. Единственное, что осталось от этого монастыря, это келья. Я тоже вам это покажу. И монастырь был основан на месте старинной церкви Никиты, что у Ямского двора. Вот. Дело в том, что вот эта вся территория, на которой мы сейчас с вами стоим, когда-то принадлежала опричному двору царя Иоанна Грозного. Да. И я вам покажу место, где стоял дворец, да, опричный дворец Иоанна Грозного. Ну, а мы сейчас пока находимся, так сказать, в конце Никитской улицы, да, и идем в сторону Кремля. Катя.